Всем привет! Ой, хорошо, потом сфотографируешь все вокруг. Спрашивают, можно я все сфоткаю вокруг? У меня Илюша просил купить что? Авокадо. Авокадо. Связала авокадо, да? Угу. А говорит, мам, подожди сейчас. Знаешь, как его можно назвать? Как? Авокадо. Авокадо? Авокадо. Нет, авокадо. Правильно. Говорит, мам, ну купи мне авокадо, я хочу попробовать. Зашла сегодня в магазин, купила авокадо, вот такой вот. Выбирала, чтобы был мягкий. Стоит 95 рублей штучка. Ну, да. Сейчас Илюша будет разрезать и пробовать. Мы его уже помыли, да? Да. По пути на танцы и шли, опять насобирали кулек орехов. Настя пришла, купила... Да, ты будешь разрезать. Купила цветную капусту. Любит Настя. Говорит, мама, сделай цветную капусту. Ну, у нас только я едим и Настя. Больше где никто не любит. Вот она. И принесла два апельсинчика деткам. Муж утром ходил, купил виноград, яблоки. А, еще зашла, купила сушеный чеснок. Закончился. А что это за белое? Это капуста такая. Можно понюхать? Понюхай. И сейчас сделали еще 4 курочки. Осталось там 4. Короче, надо убирать последние, потому что мне не нравится. Они у нас дохнут. Вот я говорю, вчера делали курей. Выбирали вроде тех, которые сели, плохо ходят. И вечером, когда пошли закрывать сарай, у нас сдохла одна курица. Так что, короче, сейчас будем резать авокадо с Илюшей. Так, сначала дала Илюше вот такой безопасный ножичек, но он не режет вообще авокадо. Будем резать вместе вот этим, да? А можно давай. Я этим так вот? Хорошо, давай, берем ножичек и вместе режем. О, там косточка есть. Ой, кажется, не хочу ее порезать. Не хочу. Хочешь? Не хочу. О, какое там авокадо. Открывай, бери. О, косточка какая. Какая огромная. Угу. Можно я ее почищу? Доставай. И она чистится. Можно ее попробовать посадить, наверное, да? Да. На самом деле косточка-то не круглая. Да. А какая? Овальная. Овальная, правильно. Я это убираю. Убирай. Все. А теперь? Я этим попробую сам порезать. Попробуй. Сначала это. Видишь, он тупой. Не, не надо. На, вот этим только аккуратненько. Хорошо, mm-hmm. Пальчики держи. Умничка. Да, режь дальше. А ты попробуй сначала, ты будешь кушать? Отрежь кусочек и попробуй. Будешь кушать или... Не, не так. Вот так держим и режем. Все, теперь попробуй, будешь кушать или нет. Положи ножичек. Вкусно, не? Подожди, может, шкурку нельзя кушать, наверное. А ты шкурку откусил. Вот так попробуй без шкурки. Вкусно, не? Да, оно никакое. Не сладкое. Его солить надо. Да. Будешь кушать? Это нет. Нет, тогда не надо резать. Давай. Ну, я только вырезать. Нет, потом. Давай уберем холодильник, а мама сделает с него салатик. Хорошо? Можно я пока вырезать? Нет, потом порежешь. Мам, все. Хочется. Хочется? Ну, давай потом, когда будем делать салат, потом будем резать. Хорошо? Хорошо? Хорошо. Все, договорились. Так, хочу показать, что я еще купила. Зашла, купила фетр. Его я купила
для подставки. А где мой этот, моя подставочка? Вот она. Под горячее, которое я хочу вот сюда, я не знаю, то ли приклеить, ну вот, вырезать кружочек именно без ушек. А может и с ушками получается вот так. Хорошо, Илюш, я найду сама. И либо пришить, либо приклеить как под основу. Потому что просто так, ну, мне не очень нравится. А так оно будет аккуратненько смотреться. Так, дальше взяла моделирующую проволоку. Нашла именно та, которая мне надо по плотности. Потому что тот раз я брала, она, ну, не очень хорошая. Взяла три вида. Тоньше, толще и толще получается. Вот, вот эта толстая, вот эта тонкая и... Вот она, вот эта средняя. Короче, попробую, какая мне лучше подойдет. Стоит она 5 рублей, 3 рубля и 7 рублей. Вот это. Вот эта штучка стоит, по-моему, 30 с чем-то рублей. Мама, полотно такое одно. А. Знаешь, какой я авокадо хочу? Какое? Сладкое. А нету такого сладкого, Илюш. А, но есть дешевле, но оно по плотности будет очень-очень мягкое. А это такое вот плотное-плотное, хорошее. Мне понравилось, я взяла. Ну что, больше ничего не взяла я. А, попросила дочку взять пряжу. Мне для авокадиков надо связать еще. Потому что у меня там осталось чуть-чуть, ну не чуть-чуть, ну, практически закончилось. А она не ту мне привезла. Она не поняла, какую надо. И не ту привезла. И взяла еще три пары вот таких вот глазок. Потому что я на авокадо потратила одни глазки, а мне надо еще. Так что вот такие вот небольшие покупочки. Сладкого детям взяла пачки, палочки сладкие, они любят. Ну, такого ничего толком не брали. Макарон взяли, муки взяли. Оди, чего ты кричишь? Ну, от чего ты кричишь? Ой, так что небольшие растраты, как всегда, были. Ну, ничего страшного. Это дело такое. Мне главное, чтобы моя страничка, мои вязания покупали. Я сегодня продала авокадо одно, продала за 300 рублей. Обычный авокадо. Вторая авокадка стоит, вот, которую я показывала вам, которая идет с ребеночком, да, с маленьким авокадиком, с бантиком. Это стоит 500 рублей. Так что, кому надо, заказывайте игрушки. Если, может быть, есть желание какой-то другой герой, другая игрушка, попробую. Если получится, свяжу. Если нет, значит, ну, нет. Вяжу по возможности. Вот как у меня спросили авокадо, да, сможете? Я говорю, ну, попробую, свяжу. Ну вот получилось. Тут у меня еще попросили на котика связать кофточку. Ну не знаю, я посмотрела, это так сложно вязать. Но надо просто попробовать. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Вот так вот и в моей, наверное, ситуации. Я очень боялась браться вязать игрушки, когда начала вязать мочалки. Но глаза боятся, руки делают. У меня получается, слава богу, все хорошо. Так что вот такие вот у нас дела. Но кто пел так красиво? И мы, ты. Фигура. А ну еще спойте. И Илюша. Артем, давай. Это будут рисовальники и кольцо. Как же он и прыгнет высоко. И он такой красивый, и так же он и быстрый. Он быстрее всех, это быстрый перелет. Номер один. И мы спешим, на старте готовы, и мы победим. Все? Молодцы. Ну, дальше я не знаю. А я не хочу. Всем привет! Так, ребята, вам наша Надя передала гостинцы. Какие? Какие? Ну, как посмотри сначала вот здесь. Я тоже хочу. Что там? Шоколадка! А еще что? Так, это с орешком, это Илюши. А Тёме чисто шоколад. Молочный. Теперь открывайте эту сумку. Это мы приехали с тренировки. Надюшка
денежку прислала и сказала, чтобы деткам купить гостинцы. А что мне? Так, это наши эти трубочки. А ну смотри, что там. А я хотела, чтобы крутилось. Будет крутиться. Лянь, Илюш, лянь, что Тёма держит, посмотри. Тоже я вам взяла разные, шоколадные и клубничные. Поделитесь, попробуйте разные вкусы. И смотри еще, ваша любимая печенька я взяла. Так, это я взяла папе лекарство. Подожди, там, нет, Тём, подожди, там тренировочная бамбук? Форма. На, маска твоя. Бамбук? Да, бамбук? Ваш любимый бамбук. Я это не ждал. Доставай, Тём. Аккуратно, не порви кулечек. Доставай, доставай. Опа, все. Нет, все, все. Вот, вот они две. А что крутилось? Растяни ее, и будет она крутиться. Это я купила еще такие вот штучки. А вот. Ну, крутится. Смотри, Тём, покажи, как оно должно крутиться. Как Тимур крутил на улице. А то вот так. Смотри, вот. Она крутится тоже. А как? Ну ладно, разберемся. Покажешь, я тебе куплю. Не расстраивайся, хорошо? Какая крутится? Ничего не пойму. Ладно, разберусь, скажут. И, ребята, купила еще... Бифидум бактерин. Да? Ну хорошо, еще раз покажешь, и мама купит. Не расстраивайся, хорошо? Иди, мама, тебя поцелую, мой зайчик. Все хорошо, Илюш. Так, купила мужу бифидум бактерин, таблетки для восстановления кишечника. У него болела спина, и он... Пропил антибиотик, и надо восстановить кишечник теперь. Вот это вот, вот эти лекарства нам надо пить. Ой, Илюш, аккуратно. Надо пить месяц папе. Стоят они 130 рублей. Нет, покушаешь сначала, а потом сладости. Понял, Артём? Так что, ребята, вот такие вот дела. Вот там белье разложить. Крутится, встань на пол и попробуй. Тебе надо было маленькую купить, да, трубку? Там были маленькие. Я тебе завтра куплю. Мы будем в городе? Куплю. О, получается! Круто, Тём! Илюш, класс! Ух ты, как получается! Класс? Да. Всем привет! Вышли на улицу прогуляться. И нарвали, смотрите, что, одуванчики. Мам, прицепишь их на волосы. На волосы прицепить? Да, хочу. Конец октября, ну как конец, середина октября, ближе к концу. И у нас еще есть одуванчики, это последние прицепишь, уже. Мам. Не, на волосы не буду, Илюш. Они, вон, видишь, грязные внизу. Просто сейчас поставим в это, в стаканчик, да? И будут они нас радовать. Это лекарство? Нет, это не лекарство. Ой, как что у меня на голове. Ой, еще нашел, Тёма, но это не только одуванчик. Слишком длинный. А ну скажи, как по-украински одуванчик? Гульбаба. Кульбаба. Гульбаба? Да. Что такое? Что пищим? Ой, господи, что у меня на голове, мама Тёма, дорогая. Я перепутал. Это на улице то. Сегодня вроде и холодно, но так как ветра нет, оно и тепло. Солнышко греет. Утром было 0 градусов, сейчас 8. Вчера было 8 и был ветер. И вообще, ну, казалось, как минус. Вечерняя прогулка. Догоняй папу. Лови. Обогнал. Я говорю, папу лови. Красиво осенью.
разные цвета краски. Боня, пойдем. Как лань бегает. Идем домой. Нету грибов здесь, конечно. Они в лесу есть. Не были. Я не смогу тебя догнать, Илюш. Сюда, на вкосую. Да, 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 туда. Тёма прямо поехал. Он сейчас нас обгонит. А ну давай. Прямо, Илюш. Илья. Илья, далеко не беги, стой. Илюша. Подошли к дому, а тут куча мала. Еще можно? Прыгай. Давайте еще по два раза и идем домой. Я замерзла. Уже гуляем давно. Ну, вы же бегаете, конечно, вам жарко. Опа. А там нечего обтрушивать. Илюш, подними. А ладно, иди, иди, прыгай, прыгай. Орешек упал, да. Давай. Такие вот орешки насобирали по дороге. Все, давайте еще один раз, и все, папа, он уже возле дома. Вот так. Щеки красные уже. Все, пошлите домой.